Приветствую вас, мои дорогие зрители, меня зовут Лилия Донскова, и сегодня мы с вами вместе полистаем первый каталог компании Oriflame 2021 года. Я вам расскажу, какая мне нравится продукция, чем сама пользуюсь, и дам рекомендации, что лучше заказать, а также разберем акции, которые представлены в этом каталоге. Желаю вам приятного просмотра. Видео будет длинное, поэтому я вам рекомендую найти настройки. Если вы смотрите с телефона, то это будет в правом верхнем углу, как на видео, а если с компьютера, то в правом нижнем углу есть настройки. Нажмите и выберите скорость, увеличьте 1.25 или 1.5, выберите режим, который вам удобен, чтобы меня слушать, тогда видео пройдет более в динамичном режиме. Итак, поехали. С 28 декабря по 23 января нас будет радовать первый каталог 2021 года, и открывается он сразу с классного предложения. Мы можем с вами получить огромные скидки на 3 продукта при условии, если у вас был заказ на 500 рублей в предыдущем каталоге, и в этом каталоге вы тоже сделаете заказ на 500 рублей, тогда выбирайте любой продукт. Или вы только первый раз делаете заказ в каталоге номер один, тогда он должен быть на 1000 рублей. И вот на каждую 1000 вы можете выбрать один продукт. Например, это туалетная вода Divine классическая за 799 рублей, капсулы восстанавливающие для лица Novage с шикарным таком коктейлем масел всего за 1499 рублей, или астаксантин, вот такой астаксантин. У меня вот эта баночка и еще одна целая, и поэтому я буду пополнять свои заказы, и мой упор, конечно, будет сделан на астаксантин. То есть на каждую 1000 одну баночку. Сделали заказ на 3000, 3 баночки астаксантина, или одну астаксантин, одну капсулу, один аромат. То есть вы выбираете сами, как вам удобно. Я, конечно, возьму себе одну баночку капсул, потому что они шикарные, и я считаю, что в свое лицо нужно обязательно вкладывать. Обязательно астаксантин, потому что это и красота, и здоровье, и крепкий иммунитет. То есть это антиоксидантная защита нашего организма. И если сейчас врачи говорят, пейте обязательно витамин С, то я вам скажу так: астаксантин в 6000 раз мощнее, чем витамин С. Так здесь еще и черника, которая помогает нашим глазкам сохранить здоровье, поэтому я однозначно рекомендую астаксантин, и побольше, одну капсулку в день нужно пить. Рекомендую брать наборчик со страницы 8, указывать специальный код, и вам придет каталог номер 2, 2 пробника нового аромата, один пробник тональной основы Everlasting в оттенке холодный алебастровый, и один пробник крема для век Экологен. Надо брать обязательно, потому что это супер выгодное предложение, всего за 69 рублей. И здесь нас тоже балуют. Самый крутой набор — это полотенце, два вида, одно большое в наборе и маленькое. Большое 130 на 70, и оно все в очень красивом орнаменте со стрекозами, то есть такой нежный приятный принт. Второе полотенце малое 50 на 30, нежно-розового пудрового оттенка. Набор стоит 999 рублей, при условии, что ваш заказ из каталога на 500 рублей. То есть сделали заказ на 1000, можете два набора взять, сделали на 1,5, три набора и так далее. Качество полотенцев в Oriflame всегда классное, всегда. Я обязательно себе возьму такой нарядный набор, обожаю красивые полотенца, новые, пышные, такие классные. На этой странице тоже приятное предложение: пена для ванной объемом 750 миллилитров всего 369 рублей. И аромат приятный, да, такой вишневый цвет. Это же, ну, просто супер. И мочалка нарядная, такая красивая мочалка в виде косы, которой тоже удобно отмыть свою спинку. Следующая страница — гели для душа, тоже большой объем 400 миллилитров по 149 рублей. Отличное предложение. И мочалка в виде такого пушистого шара, как комок, 79 рублей. Следующее предложение: за 49 рублей любое мыло из серии
Vita Care, у меня есть апельсин и лайм, или гель для душа, я вам покажу, у меня есть вот как раз гель для душа с витамином Е, с апельсиновым ароматом. Отличное предложение, 89 рублей за 250 миллилитров и любое мыло за 49 рублей. При том, что качество уже проверенное, да, мне нравятся эти продукты, поэтому их с удовольствием рекомендую. Следующий разворот, нас ждут разнообразные варианты мыла. Я очень люблю все мыла от Oriflame. Они вот приходят либо вот в таком целлофане запечатанные, или в коробочках. У меня есть два мыла, одно даже вот открытое, его вот буквально сегодня-завтра начнем. Мыло ладошки, оно с ароматом персика. Чудесно пахнет и удобное мыло для того, чтобы им пользоваться. Я немножечко его уже запоказывала, оно у меня помялось. Так, берем хорошие скидки, запасаемся, потому что мыло расходится очень быстро, тем более что сейчас нам рекомендуют почаще мыть руки. А и вот одно мыло у нас будет в коробочке. Если все остальные у нас идут в пакетиках, то мыло с аппетитным ароматом горячего шоколада, оно будет в праздничной такой красивой коробочке. Ой, как приятно, когда много скидок, и весь каталог он прям в акциях и скидках, и нужно пополнять запасы, потому что в следующем уже такого не будет. Опять же, смотрим всегда на объем. 500 миллилитров гель для душа, клубника и лайм, потом гель для душа с кокосовой водой и дыней, малиновой, олива и алоэ, и шампуни. Шампунь кокос и пшеница, авокадо, ромашка, и для жирных волос лимон и крапива. Читайте описание, выбирайте то, что вам подходит, то, что больше нравится по аромату, и заказывайте. Скидки классные. А на этой странице нас ждет чудесное предложение, я им обязательно воспользуюсь. Здесь будут крема для рук, крем соком алоэ вера, я сейчас им пользуюсь, и второй новинка будет с экстрактом персика, я себе обязательно возьму с персиком, потому что я обожаю этот аромат. Консистенция у крема очень нежная, можно близко к лосьону, но все же это крем, и он очень легко распределяется по коже, отлично питает кожу, у него небольшой расход и при этом не оставляет липкости, жирности, то есть все как я люблю. Нанесла, и через пару минут я уже забыла, что у меня были сухие руки, и забыла, что я мазалась кремом, потому что его не чувствуется, он как вот просто вот невидимка, да, впитался и все, забрал сухость, оставил приятное ощущение и классный аромат. Страничку можно потереть и понюхать аромат. Я влюбилась в персик, поэтому буду брать его и много. Следующая страничка для ног. Два больших объема смягчающих кремов и питательных для ног. Оба пробовала, классные, прям такие сытненькие крема, густые, хорошо впитываются, ноги мягкие. Большой спрей-дезодорант 250 миллилитров с ароматом мяты, такой освежающий, который снимает отеки, и антисептик, да, хороший дезодорирующий эффект делает, и ночной увлажняющий крем, крем с авокадо, тоже он более такой нежный, приятный. В общем-то, что тут говорить, я пробовала всю эту продукцию и в восторге, я просто люблю чередовать, я беру то один продукт, то другой, очень люблю новинки. Гелевые подушечки под пятки, они актуальны для всех, кто носит каблук, или да, немного бывает, что нога то отекает, то становится меньше в размере, и поэтому может обувь быть то свободная, то впритык. И нужно подкладывать, да, подушечки, чтобы, во-первых, зафиксировать ногу, и она не уходила вперед, когда высокий каблук, да, пальцы как бы сползают, и им становится некомфортно. Вот отличный помощник. Или если ножка оттекла, вынули подушечки, обувь стала по размеру, вернулась в свое состояние нормальное, опять положили подушечки. И здесь удобные пилочки, пемзочки для того, чтобы ножки были гладенькие. Дезодоранты. Я расскажу вам, что здесь есть два варианта кремовых дезодорантов и три варианта шариковых. Я люблю больше шариковые. Не знаю, это просто проще, привычнее, удобнее для меня. И в основном беру всегда с серой крышечкой. Для меня он самый
привлекательный, он практически без аромата и не оставляет таких белесых пятен на темной одежде. Гель для интимной гигиены, да, берем обязательно, потому что, во-первых, крутая скидка 199 рублей, в прошлом каталоге они были по 269 рублей, по-моему, или 259, то есть здесь хорошая цена. У них очень экономичный расход, большой объем, 300 миллилитров, здесь, да, 300 миллилитров хватает надолго. И что делают эти гели? Они сохраняют интимную зону такую мягко, все комфортно, хорошо очищает, удаляет неприятные запахи. То есть это супер средство, которое можно также использовать и на кухне, если вы много работаете, да, готовка у вас идет активная, с рыбой работаете, лук, чеснок, то лучше всего просто помыть руки вот таким гелем, он чудесно убирает все неприятные ароматы. Далее серия для молодой кожи, очень эффективная серия. Здесь у нас есть и очищение, тоники, маска и крем для лица, да, и моя любимая маска пленка вот так она выглядит, она черная с углем, я ее просто обожаю. Ой, она как раз у меня новенькая, я вам каплю покажу. Смотрите, она реально черная, она очень комфортная, то есть мы ее наносим таким вот не толстым слоем, но и не тонким. То есть она должна зафиксироваться, делайте ровный край по лицу, чтобы удобно было снимать. Маска лежит на лице 20 минут, при этом на лице все комфортно, она не стягивает настолько кожу, что было просто вот прям вау-вау, какой кошмар. Она достаточно эластичная, хорошо лежит, но не рекомендуется все же гримасничать, да, смеяться, много разговаривать. То когда мы делаем маски, то лучше, чтобы лицо было в состоянии покоя. И также здесь есть интересная щеточка, которая помогает более глубоко почистить поры. Но вот всякие такие инструменты я рекомендую использовать с большой осторожностью, чтобы главное не навредить, да, чтобы все было хорошо. Здесь нас ждет масочный парад, разглаживающие, укрепляющие, питательные и восстанавливающие. Я как раз себе заказала восстанавливающие масочки к Новому году, у меня вот таких вот пришло несколько штучек. Я очень люблю эти маски, они действительно очень быстро работают. То есть наносишь маску на 15 минут, да, потом, когда ее снимаешь, нужно вбить остаточки пальчиками, потому что она очень питательная, такая хорошо напитывает кожу, восстанавливает. И далее уже наносим крем. Еще удобнее, если у вас есть маска силиконовая, сверху зафиксировать эту маску, чтобы было удобнее. Далее у нас идут ароматы. Все ароматы я рекомендую приобретать через пробники. Недостаточно просто потереть страничку, потому что здесь вы чувствуете какую-то, ну, какие-то, ну, не все ноты. Он не может здесь показать нам всю свою красоту, аромат, или, да, какие-то ноты, которые вам могут не понравиться впоследствии. Поэтому только через пробники. Конечно, ароматы наши чудесные, я их очень люблю. Вот такой аромат, он The Edge, я заказывала уже 3 раза или даже 4. Мы его очень любим, особенно дочка, у нее он постоянно есть, как и Love Potion Secrets. А мне понравился аромат Valare Moments. Он чудесный, он очень пудровый, нежный, даже, сказала бы, хлопковый такой аромат. И помимо красивого дизайна, он еще и очень стойкий и очень нежный. Поэтому тоже его с удовольствием рекомендую. Опять же, если вам нравятся такие ароматы. Мисс Джордани, очень популярный аромат. Кстати, мне он не подходит. Хотя у меня его очень часто заказывают клиенты. То есть есть даже постоянные клиенты, которые всегда его берут. И поэтому мы всегда смотрим аромат, да, выбираем. Ароматы приходят у нас в пленке, то есть коробочка запечатана пленкой всегда. Да, мы его открываем, проверяем. Если вдруг вам попался аромат, который не работает, да, вот этот вот, ну, распылитель, вы просто пишете претензию и обмениваете продукт или возвращаете его. Просто такого, конечно, у меня не было, но я знаю, что если какие-то проблемы, особенно новички, порой пугаются, что делать. Ничего страшного, пишите претензию, и вам все обменяют. Чудесная серия Amber Elixir. У них одинаковый дизайн, разные цвета и абсолютно разные ароматы. Абсолютно разный состав. Мои любимые — это вот синий кристалл. И очень понравился Amber Elixir Mystery. Amber Elixir, как Elixir, красиво читается.
Серия Soulflower парная, здесь есть для мужчины, для женщины. Многие любят именно заказывать аромат, чтобы они были близкие, да, гармоничные, чтобы еще больше сблизить пару, показать, что они такие вот похожие, да, родные, любимые друг другу. Поэтому предлагайте парочкам такие вот ароматы сразу, да, не только девочки, а есть и для вашего молодого человека. Эклан Мадемуазель для меня это весенний аромат, и на зиму он у меня никак не ассоциируется, хотя аромат один из моих любимых. Аромат Сигниче тоже прекрасен. Вот как раз у меня сейчас я Мише нашла пробник такого аромата, говорю, потестирую его, почему-то по нему соскучилась, потому что раньше мы его заказывали, и сейчас он начал им пользоваться. Я говорю, Миша, он действительно такой классный, он такой, он и сексуальный, он и мужественный, и в нем нет приторных нот или слишком свежих, то есть он очень приятно звучит. И вот когда обнимешь своего мужчину, то даже отходить от него не хочется. Это аромат какой-то вот просто, ну, невероятно согревающий, вот он, согревающий, хочется быть рядом с таким мужчиной. Прекрасный аромат Eclat Homme, он тоже из разряда очень сексуальных, в нем есть и цитрусовые нотки, да, и восточные, то есть он соблазнительный такой, прям увлекательный, невероятно. И аромат Essendant, он дерзкий, мужественный такой вот, тоже влекущий. Следующие ароматы. Ой, я про них могу, конечно, долго рассказывать, но не все ароматы пробовала. Например, мы брали Миша Лидер, и я хочу сказать, что он нам понравился, были удивлены, такая низкая цена, при этом большой объем 100 миллилитров, классный аромат, попробуйте, он действительно шикарный. Серия аксессуаров для мужчин, мне, кстати, очень понравились часы, они здорово смотрятся, просто элегантно, мужественно, ничего лишнего. Просто я не люблю, когда у мужчин слишком какие-то аксессуары такие вот вычурные. Мне нравится более классический стиль. Серия для мужчин Novage. Вы можете сначала заказать набор пробников, чтобы ваш мужчина потестировал, да, и немножечко привык и посмотрелся к состоянию кожи. А потом заказывать целую серию. Мы брали весь набор, Миша уже у него заканчивается. Я более чем довольна этим набором, потому что такой классный результат. И кожа чистая, и аромат приятный, и нет сухости, потому что раньше у Миши все время какие-то шелушения были и так далее. Поэтому все равно в любом случае нужно заказывать пробники, пробовать, смотреть. Здесь еще у нас гель для укладки волос. Обратите внимание, сейчас многие молодые мужчины, да, и уже более взрослые, ухаживают за волосами активно. Кстати, многие мужчины любят просто спрей для тела использовать. И обратите внимание, что здесь и скидка 50%, и количество товара ограничено. Кстати, тоже женский аромат очень красивый. Удобно то, что в каталоге есть некоторые странички ароматизированные. Это просто очень здорово. А здесь нас ждет уже знакомый многим набор из 3 кремов для рук по 30 миллилитров. Новогодний дизайн, но крема у нас уже такие были. Аромат сирени, жасмина и пиона. Мой любимый аромат сирени. Я себе набрала таких много наборов и вытащила себе все сиреневые и оставила их для себя, остальные раздарила или продала. То есть, ну, этот просто меня покорил, аромат сирени. То есть, смотрите, красивый дизайн. Очень удобные тюбики, то что можно их носить с собой в сумочке, даже в кармане, у кого руки сохнут, чтобы под рукой всегда было такое средство. Ну просто супер. Набор очень выгодно. Кусочек мыла, вот такой вот большой кусочек мыла, 75 грамм в коробочке. Это я себе взяла, мы его еще не начали. Посмотрите, как здорово. Мыло было в пленочке, я его извлекла для того, чтобы рассмотреть, понюхать. Серия Essence и Ко, она отличается тем, что в составе много натуральных ингредиентов, у нее стойкий аромат и очень высокое качество, поэтому рекомендую. И здесь же нас ждет аромат жасмина. Кстати, у меня есть такой аромат, и я им люблю пользоваться тоже больше весной, потому что весенние ноты очень хорошо звучат: ландыш, жасмин, белый мускус, так это все красиво сочетается, и при этом аромат не тяжелый,
не тяжелый, я его называю звонкий, радостный, очень позитивный, поэтому за такую приятную цену можно и в подарок взять, и себя побаловать. Так, здесь тоже спреи парфюмированные, удобные, есть странички потереть, они удобные для того, чтобы когда вы вышли из душа, распылить и войти вот в эту вот пыль, ароматы, чтобы она осела на влажную кожу, и тогда кожа, тело будет очень приятно пахнуть, нежно. Они не резкие, не сильные, при этом тут такие вкусные ноты, это просто сплошной соблазн. Вот это ананас сочный, кокос, клубничные цветы, ну это ванилька, очень вкусные ароматы. И тут все ароматы, ароматы мои любимые, многие есть. Обожаю аромат Eclat Mon Parfum, и мне очень нравится Infinite, очень нравится, просто его обожаю. А тут, кстати, можно заказать отдельно два пробника за 40 рублей новых ароматов Lost in You. Интересное название, Lost in You, надо же. Нас ждет сюрприз скоро, совсем скоро, с 24 января, то есть со второго каталога у нас появятся масла. Я так этого жду, мне так интересно, что же это будет. Я обязательно буду заказывать. Следующая страничка — защитная серия. Кстати, часто спрашивают, а есть ли у вас крема на зиму, чтобы защищать кожу? Да, вот, пожалуйста, защитный крем с пчелиным воском и миндалем. Также бальзам и крем для рук. Вот так выглядит крем для рук. Крем очень густой. Такой, видите, он уже более плотная консистенция, чем тот, который я вам показывала с алоэ. Но при этом он отлично питает кожу, хорошо впитывается, не оставляет липкости. Но вот такие крема я люблю использовать, когда большая нагрузка, например, на кожу или на ночь. Ну что такое большая нагрузка? Ну, готовила, много в воде возилась, посуду я сейчас уже не мою, появилась посудомоечная машина, всем рекомендую, нам экономит и время, и кожу, потому что когда много контакта с водой или в перчатках моешь, все равно кожа портится, подсушивается, а если с какими-то средствами моешь посуду, то, конечно, это все влияет, и кожа рук быстрее стареет. А тут и так кожа тонкая, и за ней нужно особенно заботиться, поэтому заботимся. Трогаю маску, покажу вам потом, как она снимается, пусть еще подсохнет. А здесь уход за лицом, серия Love Nature. Кстати, я брала вот такой вот гель, тонизирующее, очищающее средство для лица, очаровательное, просто влюбилась. А вот эта масочка для губ, по-моему, я ее брала, чтобы вам показать. А где она? Так, наверное, а вот она, думала, забыла. Маска для губ — это вообще что-то фантастическое. Она придет в коробочке, красивая такая картонная плотная коробочка. Маску можно использовать как скраб, то есть на минуточку просто потереть губы, то есть она такая шершавенькая немножко, но там как сахарочек, то есть губки не царапаются, видите, это прозрачный гель. Но это так вкусно, она просто, ее вот хочется съесть. Было бы вот просто, если бы можно, я бы этот тюбик съела бы сразу, одним разом. Она работает, эта маска. Можно нанести на 15 минут, побыть с ней на губах, потом смыть. Если торопитесь, то как скрабик, 1-2 минутки помассировать и тоже смыть. Что-то невероятное пахнет. Так, и вот я бы хотела, я бы духи такие хотела. Я, конечно, слышу здесь вот это папайю. Экзотические ноты, в основном экзотические ноты. Следующая серия — это органические овес и ягоды годжи. Мы здесь всегда берем тоник и берем, ой, то есть мицеллярную воду и берем маску. Маска одна из моих любимых, мицеллярка тоже отличная, маску просто обожаю, она так хорошо питает кожу, то есть она идеально подойдет и для сухой кожи, для нормальной, и для комбинированной, и для жирной, потому что любую кожу нужно все равно увлажнять и давать ей питание. То есть, ну, обычная, слегка белый есть оттенок, но на коже практически этого не видно, она как кремик впитывается, 10-15 минут подержали, смыли, остается просто мягкая, красивая кожа. И далее делаем уход. Сыворотка, крем для глаз, классный крем, тоже я вам его рекомендую. Так вот уже чуть-чуть прям осталось. Мне нравится этот крем, он нереально круто снимает отеки.
очень круто. Отеки убирает темные круги под глазами. Подойдет для любого возраста. Я им иногда пользуюсь. Я, например, утром встала, у меня глаз под глазками отеки. Я нанесла как масочку. Походила 5-10 минут. Смыла и делаю свой обычный уход. То есть я этот крем использую как маска. Бустеры просто обожаю. Просто это чудо какое-то. Смотрите, густой. Зеленый очень густой. Он у нас обновляющий. Я сейчас этим пользуюсь. Мы одну каплю или две капаем в ладошку, заранее добавляем крем и смешиваем здесь прямо на ладошке со своим кремом. Так вот смешали и на лицо переносим. И что это дает? Во-первых, крем меньше расходуется, то есть меньше кладите крема. Он легче наносится на кожу благодаря этому бустеру, и он как волшебная палочка прям раз так и включает кожу, как будто вот снимает усталость или недосып убирает. Очень эффективно, очень. Я их постоянно беру с момента, когда они вышли, но расход у них очень маленький. Серия Optimals для сухой и нормальной кожи, для чувствительной подходит, в розовых баночках. Серия синих баночек для нормальной и комбинированной кожи. У нас здесь есть маски. Вот, кстати, про эту маску я вам говорила. Рекомендую заказать, потому что эта маска... Сейчас посмотрим. Нет, это... Да, вот маска для лица многоразовая. Она фиксирует тканевые маски. Супер просто. Или можно нанести эссенцию на лицо и прижать масочкой, чтобы вот этот эффект был, да, усиление этой эссенции. А здесь есть маска очищающая с глиной, есть маска питательная с ягодами. Вот так будет выглядеть баночка. Мы сейчас пользуемся этой маской. Она просто классная, такая гелевая маска, но она не сильно пахнет. Я не могу сказать, что эту маску наносишь и просто чувствуешь сразу такой аромат ягод. Он очень мягкий и нежный. Отличная губка, всего за 79 рублей. Отлично умываться и смывать маски, особенно вот такие трудные маски глиняные, их смывать вот лучше такой вот губочкой, чтобы не травмировать кожу. И повязка на голову. Все, здесь прям полный комплект. Далее у нас отличное предложение, то что есть в компании чудо-аппарат Skin Pro Sonic. Вот такой вот аппарат, он вибрирует, то есть не крутится диск, а вибрация идет. За счет этого можно пользоваться людям, у кого чувствительная кожа, потому что она не будет травмироваться. И есть насадки, массажная моя любимая и очищающая. То есть три насадки, и этот аппарат можно заказывать со скидкой 50%, если вы участник премьер-клуба и делаете заказы по 150 баллов. Получится, конечно, намного выгоднее. Далее у нас средства для смягчения. Кстати, ни одной баночки не вижу на столе, хотя у меня их открытых штук 5 одновременно, потому что я их очень люблю, смягчающие средства. Где их можно использовать? Ну, кутикулу обработать. Руки даже мажу иногда, особенно в дороге, когда мы едем куда-то далеко, я беру с собой и мажу руки, сижу долго как в масочке, оно все впитывается, кожа становится просто нереально крутая. У кого колени сохнут, пятки, локти, то есть все, что сохнет, все, что раздраженное, мажьте, пожалуйста. Бывают корочки какие-то, тоже смягчающее средство помогает со всем этим справиться. Отличная штука, потому что с пчелиным воском. Сыворотки. У меня сейчас две сыворотки в использовании: Skinergize и Ultimate Lift. Утром я наношу Skinergize, вечером Ultimate Lift. Супер эффект, усиливается действие крема. Сыворотка — это такая более высокая концентрация полезных компонентов, да? То есть все, что есть вот в кремах, да, в сыворотке, оно сильнее работает, глубже проникает. Поэтому я всегда за сыворотку. Далее, концентрированный крем-скульптор для шеи. Забыла свой взять, тоже пользуюсь. Потому что шея, конечно, стареет очень быстро. К сожалению, как говорится, время
мы не можем остановить и повернуть его вспять. Если можно что-то, да, с лицом еще сделать, какие-то уколы, пластику, то шея — это просто самое наше такое болевое место. Поэтому не забывайте, что когда вы умываетесь, мы умываем и шею, это тоже лицо, да, и зону декольте. Наносим сыворотку, мы ее наносим и на шею. Крем везде. И вот есть отличный крем, который специально для того, чтобы подтянуть эту зону, сделать ее более ровной и омолодить. Мой любимый комплекс — экологен. Я в основном им всегда пользуюсь. Вот сейчас собрала себе вот такой комплекс Ultimate Lift, чтобы сделать подтяжку контура. Но любимой все равно остается серия коллаген. Она отлично убирает мимику, все морщинки, кожа становится ровная, сияющая. Классно. Наборы вы выбираете по своей задаче. Например, контур, да, неровный, берем Ultimate Lift. Нет сияния кожи, хочется, чтобы появился румянец, мы берем серию Skinergize. Пигментные пятна, мы берем осветляющий комплекс от пигментации, да, мимика, все морщинки уходят мгновенно, серии Экологен. Ну а это для более зрелой кожи, которая работает со всеми задачами, и увлажняет, и подтягивает, и румянец, да, все помогает нам сделать. Далее у нас есть гель против воспаления 24-часового действия. Вот мне про него рассказали, что он работает вот просто вот так. Вау, просто вау. Обязательно закажу для дочки. Далее, крем для рук. Я такой использовала. Он осветляет, кстати, убирает пигментацию. Вот у меня немножко есть, можно заказать. Кстати, за зиму уйдет вся пигментация. Здесь лопаточки, спонжики. И хочу особенно рассказать про чудо-ночную маску для интенсивного восстановления кожи. Вот такая вот классная маска. Я ей пользуюсь всегда. Ну, не каждый день, естественно, а когда я знаю, что я устала, или я не выспанная, не высплюсь, или знаю, что завтра будет там день съемок, я обязательно делаю на ночь эту маску. Утром я встаю такая вся красивенькая, вся сияющая, она очень круто работает. Так, здесь у нас ставка без скидок. И начинается серия Wellness. Wellness — это здоровое питание для детей, витамины и омега-3. Так, всегда спрашиваю, а какую омегу вы даете своему ребенку? И многие говорят, никакую. Как это никакую? Для взрослых с 14 лет уже можно, да, давать взрослые комплексы. Здесь у нас есть супы, пребиотик, напиток омолаживающий, коктейли для ногтей и волос, нутрикомплекс. Отдельно витамины можно заказывать, да, отдельно омегу. Я больше всего люблю брать целиком комплекс. В нем уже сразу на 21 день пакетики, в которые вкладываются две омега-3, одна витаминка и одна астаксантинка. Батончики я так что-то и не попробовала, очень хочется. Ну, как-то до них руки не доходят, потому что все равно у меня в приоритетах стоит больше как бы витамины, нежели вот такие вот, как баловство я это называю. Вау, шампунь против перхоти. У кого есть проблема, пожалуйста, берите, да, перхоть — это как наш враг, я так скажу, да, наш враг. Сухой шампунь для жирных волос. Отличный продукт, который помогает быстро привести голову в порядок. Например, вышли вы из поезда или с самолета, и у вас просто на голове ужас какой-то, да, или срочно позвонили, нужно бежать, а голову помыть некогда, нужно выглядеть классно. Сделайте сухую чистку волос. Здесь серия у нас для окрашенных волос, полный комплексный уход, да, есть шампунь, кстати, в большом объеме и в малом объеме. Маска, кондиционер, то есть все, что нужно. Серия Love Nature, тоже шампунь. Я, кстати, их очень люблю. Я чередую, заказываю то один, то другой. Мне, кстати, очень нравится с кокосом, пшеницей. Очень люблю, где мой шампунь, здесь его не перестану. Яблоко, бамбук, мне нравится. Мы берем и лимон, и крапива. То есть мы их чередуем, берем все время разные. Ну, те, которые, конечно, со скидкой. Смотрите, если брать два из трех, которые представлены на большом развороте, то цена 149 рублей. Классная цена, кстати, очень хорошая. О, маски, мои любимые масочки в пакетиках.
Я обожаю больше всего с манго. Очень вкусная банановая маска, вкусная, но по эффекту мне почему-то понравилось больше с манго. Я на них сделала, да, свой акцент, заказала себе очень много. Я так боялась, что их вдруг снимут с производства. Вот такого пакета хватает на два раза мне. У меня достаточно длинные волосы, то есть я делю напополам, и это получается мега выгодная цена. То есть я считаю, что все-таки для волос, чтобы они были красивые, густые, шелковистые, экономить мы не будем, да, мы для них готовы потратиться, а при том, что это получается не так уж и дорого. Если два раза в неделю я мою голову, то 79 рублей на неделю — это просто ерунда. Масло. Масло одно с авокадо, второе миндальное. Я сейчас использую миндальное масло. Мне нравится его наносить на волосы. То есть я его наношу перед мытьем головы. То есть я на кончики сухие обильно наношу это масло. И где-то там полчасика, час я хожу с этим маслом, а потом мою голову обычным два раза шампунем. И потом наношу или маску еще, или бальзам для волос. То есть все, ну, смотря на то, какой это день недели, например, хочу сделать бальзам или маску, то есть выбираю по своему вкусу. Очень эффективно, волосы шелковые становятся. Мне понравилось, конечно, масло с миндалем, я его всем рекомендую. Если брать два, то цена выгоднее, можно взять одно такое, одно такое. А вот с авокадо мы больше его для массажа используем. Не знаю, так нравится, кожа такая прям мягкая-мягкая с ним становится. Также я массажные масла добавляю, когда делаю маникюр, для того, чтобы размягчить кутикулу. Я в ванночку добавляю себе несколько капель масла. Детская серия, любые средства за 1035 рублей. Я вам покажу бальзамчик. Смотрите, дизайн какой классный. И есть масло. Немножко масла пачкает бутылочку, конечно, дочка пользуется им. Маслица, давайте его глянем, капельку так капну. Такие крутые отзывы. Просто вот девочки, у кого детки маленькие, хочется ведь взять такое надежное, чтобы у ребеночка было все хорошо, никаких раздражений, да, и чтобы нам тоже было легче. И бальзамчик. У бальзамчика очень интересная консистенция. Он такой пружинистый, как суфле, я бы его так назвала. Все приятно впитывается и хорошо подходит для, даже для взрослых, у кого чувствительная кожа. Смотрите, что здесь еще есть. Очищающее молочко для кожи под подгузником и крем под подгузник. И также детский шампунь для волос и тела. То есть есть все, что нужно нашим малышам, чтобы они у нас были здоровые и росли крепенькие и красивые. Ой, маслица брызнула на каталог. Так, дальше. Серия антицеллюлитная. К пляжному сезону нужно готовиться с Нового года. Поэтому запасаемся антицеллюлитными средствами, укрепляющим гелем для груди и живота. Меня часто спрашивают, насколько эти средства эффективны. Настолько, если вы будете пользоваться регулярно. Если один раз в неделю будете делать, никакого эффекта вы не увидите. Если каждый день, то будет вот так круто. Есть у нас еще инструмент для удаления нежелательных волосиков. Такая вот пружинка. Мы ее сдавливаем, так вот двигаемся по щекам, например, на подбородке у кого-то волосы растут. То есть вот эта пружинка хорошо выдирает волосики. Больно? Да, на коже лица больно, потому что все-таки кожа очень чувствительная. Она не такая вот, как на руках, да, и ногах. Но круто, очень хорошо очищает от волосиков вот эту всю пушистость нежелательно. И потом долго волоски не растут. И если они растут, то они такие же пушистые, то есть они не становятся такими жесткими и черными. Не переживайте, то есть это хороший эпилятор, он мне нравится. Также у нас есть станочки одноразовые и гель для бритья. Появилось у нас, вернее, наконец-то, да, его вернули, гель очищающий с 60% содержанием натурального спирта. При этом он не сушит кожу рук и имеет приятный аромат. То есть нет вот этого аромата спирта, от которого просто аж слезы льются. Все на самом деле очень хорошо. Так, следующий разворотик у нас без скидок. Пропускаем. И пойдет дальше аксессуары. Кстати, я заказала себе шарф зимним принтом.
забыла взять его, чтобы вам показать. Я в таком восторге. Он огромный, 190 на 80. Он мягкий и очень хорошо вокруг шеи оборачивается, то есть он не душит, не давит, нет такого нагромождения на, вот, на плечах, да, на шее, чтобы было прям некрасиво. Он такой крутой, он очень теплый, мягкий, качество суперское. Я слышала, что уже на многих складах его просто даже нет в продаже. Я не знаю, появится, может быть, он уже, я очень рекомендую. Я его брала со скидкой 50%, получилась классная цена. Так, расскажу, что я себе брала, что видела. Я видела на фотографии у девочек, у наших из команды, показывали такой подарочный набор. Он здесь выглядит, ну, очень как бы, ну, простенько. В жизни он просто нереально, он весь искрится, переливается, как будто это просто какие-то камни красивейшие. Девчонки в восторге, у меня уже самой просто слюни текут. Я же еще та сорока, очень люблю украшения. Кстати, мне вот нравится вот такого цвета камешек, тоже красивый. Носочки с лисичками. Ух ты, они подорожали, кстати, мне кажется, были подешевле, да? Валенки по дому бегать. И сейчас у нас идет раздел с декоративной косметикой. Я вам покажу стики. У меня есть три стика. Хайлайтер, вот этот хайлайтер. Далее у меня для контуринга средства и румяна. Давайте посмотрим, что такое хайлайтер. Смотрите, какой он деликатный. Такое приятное сияние, нежное, с розовинкой. Прям вот обожаю это средство. Румяна. Отличный оттенок, то есть он не конкурирует там не, как бы с какими-то бронзами, розовыми. То есть он такой прям натуральный, хороший цвет, подойдет для любого оттенка кожи. Ага. И контуринг хороший, такой коричневый, он не уходит в ржану, не в красноту. То, что нужно. Вообще классные, конечно, продукты. Жалко, что они так медленно у меня расходуются. Я даже переживаю, что как бы они у меня не высохли. То есть мы наносим контуринг, все это очень хорошо тушуется кистями, пальчиками. То есть я делаю макияж просто моментально. Я даже показывала в Ютубе, есть ролик, где я с помощью этих стиков полностью делаю макияж и тени, да, и лицо все выравниваю. Ну, просто супер. Компактная пудра, я вам покажу просто упаковку. То есть упаковка достаточно невзрачная, я бы сказала, что, ну, как бы хочется видеть пудру в красивой упаковке, а вот качество пудры отличное. То есть она очень хорошо укрывистость такую дает, шелковистость. К пудре у меня никаких вообще претензий нету, хотелось бы просто дизайн, чтобы был более такой симпатичный. Кстати, у нас пудру сейчас изменили в серии The One. Новая коллекция вышла, она достаточно прям симпатичная. Так, эта пудра будет матирующая, подходит для обладательниц жирной кожи. Также у нас есть праймер, который визуально уменьшает поры, выравнивает кожу. И уже на праймер тональная основа ложится намного лучше, нежели без праймера. Ну, хотя бы на праздничные макияжи я рекомендую праймер использовать. Вот такой вот праймер. Угу, нанесла. И возьмем какую-нибудь тональную основу. Давайте вкладку я вот так переверну. Мы посмотрим тональную основу. Как раз у меня есть тон. Стойкая тональная основа. 315-88. Это светлый беж. Я, правда, не люблю тональные основы в тюбиках. Смотрите, что получается. Мне не нравится вот эта грязь, то, что он вытек, куда-то сам потек, надо все это успеть собрать. Мне нравится с дозаторами больше. Вот, ну, как бы бывает такое, что и тюбики нужно использовать. Вот, наносим тональную основу. Она классная, ложится тонким слоем, ровным, и сдерживает сальные выделения, то есть кожа дольше будет выглядеть матовой, и при этом не так сильно будет отпечатываться на воротнике, на пуховичках, да, на шубках тональная основа, потому что она хорошо фиксируется на лице. Давайте посмотрим вставку. Так, здесь нас ждет пудра серии Giordani Gold, компактная, минеральная, всего за 499 рублей, супер цена. Так, что здесь еще интересно? Стойкая тональная основа, супер, супер
Ой, это просто за 199 рублей, просто эта коллекция ушла у нас сейчас, Everlasting Tone, но можно заказать себе 1-2 тюбика, потому что тональная основа расходуется где-то за 3-4 месяца, и это очень крутой тон. Спонжик удобный. Так, дальше что-то интересное буду видеть, вам говорить, что мне нравится. Однозначно тени Refill отличные. Так, средство для снятия макияжа, конечно, я буду его брать, хотя у меня 10 флакончиков, я все равно возьму. У нас уходит серия Eco Beauty, поэтому кто ее полюбил, можно сейчас заказать с большими скидками продукцию. Сухой шампунь я, кстати, себе только что получила такой же, но только гораздо дороже. У меня мой кончился, а я всегда его беру, потому что, вот мой, кстати, новый, потому что мне он просто бывает очень необходим. Не так часто, но лучше пусть он будет, чтобы спасти меня в нужную минутку. Освежающий крем для ног и скраб. Вот скраб классный, отшелушивающий, таким пользуюсь. Маска. Отличная маска, особенно круто она работает, если у вас есть орифлеймовские такие специальные хлопковые носочки для того, чтобы на ночь нанести маску и сверху, да, зафиксировать носочками, чтобы маска лучше поработала. Здесь у нас идут серии, летняя, кстати, была серия Friends Words for Her Tropical Sorbet с гуавой. У меня такой аромат есть, мне очень нравится. Так, здесь у нас классный, классная коллекция такая, гель, крем для душа, крем для рук и мыло. У меня есть вот такая вот коллекция, гель и крем для рук. Смотрите, как красиво. То есть вот с этой коллекцией и с такими классными ценами мы можем уже начать готовить запасы на 8 марта, потому что когда вас люди спросят, просто на Новый год как-то не очень вот эти цветочки дарить, а на 8 марта будет круто, такая акция. Смотрите, какая шикарная цена. 129 рублей, а крем 79, ну а мыло всего 59 рублей. Супер предложение. Здесь у нас ароматы. Ой, у меня есть такая сумочка, только я ее сейчас что-то не ношу, не с чем. Она больше как-то подходит под что-то черненькое. Отличная коллекция. У меня есть такое кольцо и серьги с леопардами, я тоже часто ношу, мне нравится. Так, а это браслет, я хотела сказать, какое колечко классное, это браслетик незамкнутый. У меня есть такие серьги, вы часто спрашиваете, вот они, всего 199 рублей, очень легкие, крупные, такие акцентные, бижутерия, невероятно привлекает внимание. Красивый яркий шарф с акварельным принтом, тоже его часто у меня заказывали раньше, когда он был в каталоге, все в восторге просто. И тушь для ресниц, которую я не рекомендую, я вам ее покажу, она мне не подошла. Некоторые девчонки пишут, что она им классно нравится. Вот смотрите, здесь просто такой вот железный шуруп, я ее так называю. Ну, такое чувство, что это действительно как шурупчик такой. Вот, и вот так вот она, как бы, нету ворсинок, да, то есть мы красим, и она делает эффект подводки, утолщает ресницы, но так как у меня ресницы тонкие, жидкие и неровные, она мне совсем не подошла. И я бы рекомендовала такую тушь для тех, у кого ресницы не длинные, ровненькие такие, да, и вам надо вот их показать, что они густые, и очертить красиво глаз. Вот, скорее всего, вам она подойдет. И у нее очень классный состав у этой туши, то есть она настолько круто ухаживает за ресничками, наверное, самый лучший состав наших тушей. Тушах. Вот, поэтому, да, решайте сами, брать или не брать. Далее нас ждут новинки. Новинки. Я вам покажу бальзамчик. Мне его прислали как официальному обозревателю компании Oriflame. Смотрите, какая красивая, да, новая коробочка. То есть новый цвет, пудрово-розовый. Я даже еще не пробовала. Я ее первый раз вместе с вами сейчас открываю. Приятный аромат. А, как вкусно пахнет. Но она уже не пахнет так, как предыдущая серия. У нас был мультибальзам. У нее более такой какой-то... Если предыдущая помада у нас пахла клубничкой, да, такой прям был вкусный, такой ягодный аромат, то это пахнет больше какими-то вот... Не знаю, как сказать. Что-то такое растительное. Ну, при том, что приятное. Давайте капельку где-то попробуем. Вот здесь вот.
нежный оттенок розовенький, прям такой, как цвет губ. Просто будет приятный цвет губ. При этом такой классный уход. А тон у меня 38883, розовый. То есть вот этот самый нижний будет. Вот так выглядит. Видите, какой приятный. Это хороший уход за губами. Я всегда брала себе или такой мультиактивный бальзам, или CC, BB и так далее. Да, мне всегда нравится, когда более такой тщательный уход для губ и хорошее питание. У нас ждет новая помада. Она будет с эффектом металлик, несколько оттенков. Давайте посмотрим. 10 цветов новых. Даже хочется попробовать. У меня всегда глазки вот тянутся к таким вот нежным-нежным. Хотя на самом деле мне бы, наверное, больше подошли какие-то более темные коричневые такие вот оттенки или даже сияющий коралл. То есть на самом деле идут мне больше яркие, а смотрю я всегда на такие вот светлые цвета. Очень хочу попробовать. Кстати, можно заказать пробник будет. И пробник у нас всего 10 рублей. А я закажу и попробую. А потом уже будем, да, покупать. В следующем каталоге уже будут помады. Сейчас берем пробники. И берем пробники в первую поставку. Потом их расхватают и нечего будет пробовать. Так, что нас ждет здесь? Помада Вельвет, мат Вельвет. У меня оттенок есть красный, наверное, самый красный. Сейчас по коду посмотрим. Да, код-то я и не вижу, что здесь написано. А, четверочка на конце. Так, оранжевый шафран. Да быть такого не может. Нет, у меня из другой коллекции, наверное, помада. Нет здесь моего оттенка, но я покажу, как это будет выглядеть. То есть жидкая помада, очень хорошего качества, удобная кисть для того, чтобы наносить легко на губы, без контура даже, помаду. Стойкая, хорошо лежит, губы не сохнут. Очень нравится. И еще нас ждет еще одна помада. Я уже, знаете, запуталась, где они, эти помады. Ага, вот, наверное, с этой стороны будет вот эта помада. Помогите разобраться. Да, 5 в одном у нас с этой стороны, а с этой стороны жидкие матовые. Фух, вот что значит, как будто первый раз каталог вижу. На самом деле второй. Первый раз я его смотрела, когда собирала продукцию. Далее нас ждут туши со скидками. Давайте посмотрим, где самое интересное предложение. Будет тушь с эффектом наращивания, подкручивающая, самая выгодная цена, 199 рублей. Давайте найдем ее. Тушь подкручивающая. Вот это, наверное, кисточка, да? А, нет, это с эффектом наращивания. Вот, наверное, с эффектом подкручивания. Слушайте, не вижу. Спиралевидная щеточка. Вот она. Вот она с эффектом подкручивания. Угу. Все, нашла. Все, разобрались. Вот эта тушь в красной упаковочке, она будет за 199 рублей. Моя любимая XXL объем, интенсивный черный, 269. И тушь с эффектом наращивания будет 269 рублей. Я как раз сейчас пользуюсь тушью с эффектом наращивания ресниц. Руки все в креме, не могу открыть. Вот у нее такая щеточка. Для меня она удобная. У нее хороший изгиб, я и так крашу, и переворачиваю, когда мне нужно прокрасить. Мне нравится тушь. Но не всем она подошла, особенно у кого очень крупные глаза, да, длинные ресницы. Ну, как бы, да, для меня она прям очень-очень хорошая, эта тушь. Так, дальше. Здесь есть водостойкая. И тоже одна моя любимая мега объемная тушь для ресниц XXL 5 в одном. То есть я или такую беру тушь, такая мне нравится. Вот эта мне щеточка не очень подошла. Я больше люблю силиконовые все-таки кисточки, как вот в этих тушах. Так, далее карандаши для глаз. У меня есть три варианта: белый, черный, коричневый. Я вам их все покажу сейчас, чтобы вы имели представление по цвету. Карандаши очень хорошие по качеству. Давайте здесь попробуем.
хороший коричневый цвет, то есть такой густой. Карандаши стойкие, они растекаются, не мажутся. Черный и белый. Белый карандаш мы используем, особенно когда делаем макияж Smoky Eyes. А еще я его использую как корректор иногда. То есть вот такие оттенки. Все с ними просто очень хорошо, с этими карандашами. Они отлично точатся, держат хороший острый кончик, если нужно остренькую прям стрелочку делать. То есть это полная любовь. Далее тушь для бровей. Показываю тушь. 239 рублей. Мой оттенок коричневый. Вот такой вот более натуральный цвет. Для блондинок он подойдет. Я не беру себе слишком темный оттенок, хотя брови я крашу обычно потемнее цветом. Но мне нравится, когда я потом тушью укладываю брови, я прокрашиваю под пушек и укладываю брови. То есть мне не нужно слишком темный цвет, потому что я брала такой темно-коричневый, не подошел он мне. Я их все брала, пробовала, но единственное, мне подошел этот. И стойкие тени, карандаш для глаз. Мой оттенок, по-моему, бронза, 72-й, да, вот этот бронза, я его очень люблю, всегда пользуюсь с удовольствием. Ими можно сделать очень быстрый макияж, потому что там прям пальчиком можно делать тушевку, или оставлять подводку внизу под нижним, где нижние реснички растут. Супер, классно. Вот кто вообще краситься не умеет, берите себе разные оттенки, светлый и темный, и у вас будет всегда классный макияж. Тени для бровей в палетке. Забыла взять свою палетку. Нет, не забыла. Вот она. Все взяла. Вот такие тени. Тоже очень классные. Здесь есть сразу кисточки. Мы берем такой-такой, можем цвет взять, например, и прокрасить бровь. Хвостик вот так вот сделали. Отлично, просто отлично. А второй кисточкой мы берем воск, вот он немножко пачкается, и фиксируем волосики. Фиксируем волосики, фиксируем тени. Они тоже не размазываются, не съедаются. Отличный продукт. Уже много лет я такими пользовалась тенями. И просто любовь с первого взгляда. Далее тональная основа увлажняющая. Aqua Boost. Она больше подходит для обладательниц нормальной и сухой кожи. Тоже идеальный тон. Покажу вам мой оттенок. У меня 29 на конце, светлый бежевый. Вот такой вот цвет. Очень хороший тон. Такой натуральный. Он подстраивается под цвет кожи. Вот сейчас прям чуть полежит и исчезнет. Хорошо перекрывает все неровности, не забивает поры. Отличный продукт. В моих любимчиках, как вы видите, у меня много тональной основы, я разными пользуюсь, беру то одну, то другую. Палетка маскирующих средств, палитра, вот так выглядит палитра. У нее нет кисточки, зато есть зеркальце и два цвета, один с розовинкой, другой как бы с желтинкой, и пудра. Розовый перекрывает синее, желтенький перекрывает пигментные пятна, то здесь синячки перекрываем, венки, а здесь пигментацию, и пудрой сверху маскируем все. Видите, плотно, то есть не как консилеры, да, вот эта палитра, она более плотная, чем консилеры и корректоры. Мне она очень нравится, прям тоже recommendation. Кисти. Кисти классные в Oriflame, моя любимая кисть, вот она последняя, для пудры и румян подходит. Чудесная кисть по качеству, чудесная просто в стирке, вот сколько раз я ее постоянно стираю, мою, сушу, опять пользуюсь, она у меня постоянно в работе, я ее просто обожаю, у нее такой чудесный ворс, форма, размер, вот все, что нужно, я бы вот такую кисть всем рекомендовала. По качеству в Oriflame кисти идеальные, просто идеальные. Когда такие большие скидки, можно себе собрать хороший комплект кистей и делать себе классные макияжи. А здесь нас ждет новая коллекция, я вам тоже сейчас ее покажу, мне ее главное найти. А в этой коллекции у нас выходит 4 новых продукта. Жидкость для бережного снятия лака, масло
для кутикулы и ногтей, маска для ногтей и укрепляющее покрытие. Я вам покажу масло, я им как раз делала маникюр. Смотрите, масло мы вот так крутим, покрутили, вот оно подходит в кисточку, и вот так наносим на кожу вокруг ногтя и на сам ноготь. Вот так мы делаем, все ногти прошлись, закрыли и сделали легкий массажик, оставили впитываться, пусть маслице поработает, потому что оно уберет и раздражение, успокоит кожу, если вы только сделали маникюр, например, нацарапали там все. Пользоваться можно в течение недели между маникюрами, чтобы дать дополнительный уход кутикуле, чтобы она так не насыхала и не росла. Маска ночная, у нее очень интересная формула на водной основе, то есть вы ее наносите на ночь и уже не лезете в воду. А вот открутила. То есть когда вы наносите на ноготь, она просто прозрачная, если вы ее намочили, она становится белая и липкая, то есть ее надо уже просто смыть. Поэтому ночью, пока вы спите, эта маска хорошо напитает ваши ноготочки, укрепит их, восстановит и позволит им расти крепкими, здоровыми, чтобы они не ломались, да, и выглядели просто прекрасно. Сейчас многие люди пользуются наращиванием, да, делают накладные ногти, гель-лак, но все же также много людей, такие как я, да, сторонники естественного ухода, и как бы я избегаю всяческих лишних там ресниц, ногтей нарощенных, волос, да, все как бы более естественно. И частая смена вот лака и маникюра, кстати, пользуясь случаем, вам хочу показать лак, который я сегодня красила, лак из каталога номер 17, огненный какой-то там, мне он очень понравился, решила заказать себе эту новинку, хотя вроде бы планировала не заказывать новые лаки, но не устояла перед таким цветом необычным. Что по этой страничке акция? Если вы берете любые два продукта, масло, маску или укрепляющее средство, то жидкость для снятия лака вы получите в подарок. Классное предложение, скажите. Так, здесь нас ждут гель-лаки. У меня есть такая парочка. Красный, черный, это закрепляющее покрытие, и красный, страстный алый, вот он у меня, страстный алый, бесподобно красивые цвета. Есть условие, что этот гель-лак нужно сушить при естественном дневном освещении, то есть нанесли лак, высушили один или два слоя, потом закрепляющее нанесли, высушили, то есть не в специальных лампах, просто при естественном дневном освещении. Лак достаточно стойкий, у кого-то показывает очень высокую стойкость, до 11 дней. У меня никакие лаки долго не держатся, и этот тоже не продержался, к сожалению. Далее, пилка для ногтей, чудесная четырехсторонняя пилка, отличные щипчики, у меня у мамы такие щипчики я покупала, они прям классные. Ну и наши перчаточки, с которых можно, да, ухаживать за руками, и у них специальные пальчики для сенсорного телефона, да, мы можем сидеть в телефоне и ухаживать за руками в это же время. Далее, корректирующая база трансформер с гиалуроновой кислотой, я не брала, не знаю, что это такое, почему-то не хочу это средство заказывать. Бывает такое, да, на что-то очень сильно, да, западаешь и сразу хочешь, но здесь почему-то я не очень хочу. Далее, пудра, вот пудру я рекомендую, мне она нравится, сама ей с удовольствием пользуюсь. У нее есть кисть, вот такая удобная крышечка, мы повернули. Вы видите, я пленку всю не открепила, чтобы много пудры не высыпалось. Пудры чуть-чуть насыпали, сколько нам нужно. Она минеральная, ухаживающая. Она просто, ну, безупречная пудра. Она, конечно, не дешевая, я бы сказала. У нее универсальный цвет, потому что ее на лице все равно не будет видно. Она как вуаль закроет лицо и уберет все несовершенства кожи. Просто очень классная вещь, надолго хватает. Поэтому можно смело брать. Тональная основа шелковая, флюид, тоже вам ее покажу. У меня есть один цвет, фарфоровый, по-моему, оттенок. Где код? 90-й. Фарфоровый.
мне не нравится пипетка, мне неудобно, вы видите, вот это все надо откручивать, все это тут наслаивается, но по качеству это, конечно, что-то с чем-то. У многих девушек это самый любимый продукт для тонирования кожи, потому что высыхая, во-первых, ложится очень легко, высыхая превращается в пудру. И вот кто любит такой эффект, чтобы лицо было как персик, вот это такой эффект. А я тоже пользуюсь, не могу сказать, что это мой любимый продукт. У меня немножко как бы он в порах собирается на лице, мне это не нравится. То есть к вечеру уже не такой красивый макияж. Когда только наносишь, сразу круто. А к вечеру он немножко в порах собирается, и мне это не подходит. Но для многих это просто супер продукт. И аналогичный тоже матирующая пудровая тональная основа, где мы ее с вами будем пробовать. Давайте вот здесь. Ой, давно не пользовалась, надо взбить. Потому что если продуктом давно не пользуешься, может быть, да, немножечко отслойка идет и появляется сначала маслица, которая... Так, капельку выдавливаем. Я взяла себе неудачный тон, очень темный получился оттенок, 36214, слоновая кость. А, ну как бы летом да хорошо. Ой, как много выдавила, сейчас уберу излишки, а то мы будем его по всей руке растирать. Цвет, конечно, только под загар, он реально сразу становится пудрой, удобнее, чем флюид, потому что удобнее тюбик использовать, чем пипетку открывать, при том, что она не течет, как видите, этот продукт густой, и он не пачкает крышечку, да, все очень хорошо, эстетично. Поэтому, если выбирать тот или другой, я бы, наверное, вот этот тюбик все-таки взяла. Вот они где-то здесь, видите, да? Эффект просто идеальной кожи, ровный такой, красивый. Ну, у меня как-то некрасиво на лице лежит, поэтому я этим продуктом не часто пользуюсь. Далее, карандаш для бровей. Тоже очень люблю этот карандаш, потому что он еще и с щеточкой, удобно сразу расчесать брови, потом прокрасить. Прокрасить. Он очень плотный, твердый, при этом легкое-легкое нанесение. А потом также взять и опять прочесать брови, и он тушуется хорошо этой щеточкой. И появляются такие пушистые красивые бровки, просто очень нравится, суперски, хватает его надолго, потому что он очень большой. Так, что здесь еще интересненькое? Карандаши для глаз у меня был, я его почему-то не нашла, может быть, где-то в другой косметичке. Тушь такую я не пробовала, но они классные отзывы, очень классные отзывы, почитайте тоже, можете на сайте посмотреть или видео других блогеров. Ее так расхваливают, что даже хочется попробовать порой. Карандаши для губ серии Giordani Gold. У меня три оттенка все есть. Мой любимый вот этот вот мак. Красный мак. Будем тут наносить мак. Красивейший мак. Розовый. У меня просто на губах они не так хорошо наносятся, как карандаши из серии The One, выкручивающиеся. И Gardenia. Гордения вот такой вот нюдовый оттенок. То есть самые нужные три цвета для того, чтобы у вас всегда были классные макияжи губ. И удобно то, что на обратной стороне есть кисточка. Или растушевать, например, нужно, да, немножко карандаш. Или нанести помаду этой же кистью. Тоже классно. Помады с эффектом металлик я не заказывала, но отзывы тоже классные. Смотрела отзывы, просто все в восторге. Лаки серия On Color по 5 миллилитров, шикарная гамма цветовая. Ну тоже вот похвастаться пока нечем, не брала себе в личное пользование такие лаки, удержалась, так сказать. Карандашики для глаз, вот серия, где двухсторонние карандаши, я пробовала несколько оттенков, мне они не понравились, жестковатые. То есть на руке хорошо рисуют, когда начинаешь работать на глазах, здесь все равно по-другому карандаши ложатся, жестковатые, то есть немного как царапают, тянут кожу, поэтому нет от меня рекомендации позитивной, нету.
Для бровей не пробовала, карандаши тоже новые не заказывала. Как бы серия On Color у меня не очень она популярна. Очень хвалят тональный флюид для сияния кожи. Он идет в одном оттенке, и он вот просто как вот вуалька на лице, его не видно, он просто выровняет лицо, освежит кожу, да, придаст такой живой цвет, и при этом приятный аромат персика. Кстати, BB-крем тоже очень популярный, я дочке такой брала, ей понравился. Тени серия On Color, они очень прикольные в том плане, что они вот, ну, по цвету классные, смотрите, какая классная концентрация, то есть я ими пользуюсь с удовольствием. У меня два светлых оттенка, потому что у меня таких не было в наборе, и я взяла эти цвета, они вот очень классные для макияжей. Здесь здорово то, что можно подобрать себе вот 2-3 цвета, которыми вы будете пользоваться, и их много, да, 2 грамма хватит очень надолго. Популярная тушь, очень популярная, обратите внимание, что здесь есть и объемная, и водостойкая, то есть не перепутайте, если вы водостойкую хотите, то именно этот код надо указывать. Шикарные помады, всего 129 рублей, роскошный цвет. Вы, кстати, постоянно спрашиваете, какая у меня помада на губах, когда я крашу этим цветом. Это вот она, мой оттенок теплый ореховый, 38776. Он просто нереально крутой цвет, крутое качество у помады, у меня к ней никаких претензий. Мне даже эта упаковка нравится, хоть она и очень простенькая, ну она какая-то вот стильная, красно-черная, ну всегда приятно как бы держать в руках такие помады. Матовая есть помада тоже в этой серии, я пробовала, но мне цвета не понравились, оттенки. Есть видеообзор на канале полный с этими помадами. И завершает зубные пасты, щетки, классные скидки, всего по 119 рублей, поэтому будем пополнять запасы, которые у меня, кстати, практически иссякли, у меня сейчас отбеливающая и защитная, вот просто вот все уже на исходе, пойдут в пустые баночки. Мы пользуемся только пастами Oriflame, берем всегда все, есть еще травяной комплекс и паста гелевая, все нравятся, вот просто одни позитивные отзывы, поэтому моя рекомендация вам. Щеточки, кстати, тоже здесь по хорошим ценам. Вот так мы с вами динамично, да, можно сказать, пролистали весь каталог. Много и долго можно рассказывать про нашу чудесную продукцию, но нужно действовать. Я надеюсь, что эта информация поможет вам применить знания и помочь клиентам с выбором продукции. А я вот напоследочек покажу вам, как снимается маска-пленка. Вот так вот легко, смотрите, раз. И осталась гладенькая мягкая кожа, при том, что уже практически час у меня эта маска лежала на руке. И вот такая классная штука. Когда снимаешь с лица, то видно все поры. То, что из пор вылезло, такие точечки. Классная штука. Всем рекомендую прям. Попробуйте, если еще не пробовали. Я всем вам желаю успехов и отличных больших заказов, чтобы вы всегда были в премьер-клубе и имели при этом хороший заработок. Всего доброго, пока-пока!